Прошу внимания всех новых зрителей канала Andra News. 29 декабря на нашем канале пройдет глобальный розыгрыш гаджетов от Xiaomi стоимостью в $1000. Не пропустите данное событие. Условия участия в описании под видео. Привет всем, с вами я, Андрей Ковтун, и рад вас видеть на нашем канале Andra News. Рубрика, да, скорее всего, распаковки. Хотя, в принципе, с этим девайсом мы уже знакомы. Как вы видите, по ссылке нет, он уже открыт. То есть один из наших сотрудников им пользовался 2 дня. То есть, в принципе, об этом девайсе я могу вам рассказать уже многое. Вот. Но, конечно же, не все, потому что для того, чтобы делать какой-то детальный такой вот вывод, мнение и так далее, нужно пользоваться хотя бы, я думаю, 2 недели, не меньше. Ну да ладно, ребят, модель называется OKTEL U15 Pro. Я вам сейчас расскажу, почему я, в принципе, за него взялся. Потому что в последнее время за смартфоны от производителей третьего эшелона я стараюсь не браться, потому что как бы реально вот, ну, можно найти множество альтернатив от Xiaomi, от Meizu, и просто нет смысла покупать вот эти вот все гаджеты. На данный момент стоимость этого продукта на AliExpress $99.99. То есть, по сути, $100. Сейчас я вам расскажу, что внутри этого смартфона. 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта постоянной памяти, старый процессор MTK6753. То есть, этот же процессор отвечал за работу Meizu M2.0. То есть, в принципе, с этим процессором мы уже все знакомы. В качестве основной камеры используется модуль на 16 мегапикселей, в качестве фронтальной на 5. Ну это, конечно же, интерполяция, соответственно, 13 и 2 реальные. Но все равно это все неплохо, друзья. То есть я вам так могу сказать, что аппарат вот какие-то вот такие вот неплохие ощущения оставляет, после того, как вы им немножечко попользовались, и вот тем более за $99. Это без кэшбэк. Так, стандартный комплект входит сам смартфон, вот такой вот силиконовый чехол, то есть, в принципе, его можно поюзать, я думаю, что ничего смертельного не будет. Micro-USB кабель, вот такая вот иголка, с помощью которой мы откроем слоты для сим-карт. Зарядник уже адаптирован под наши розетки, 5 вольт, 1 ампер. Параметры, гарантийный талон от компании OKTEL и мануал на английском языке. В принципе, это все нам не нужно. Так, убираем в сторону. И начинаем детально знакомиться с самим смартфоном. Итак, для начала мы рассмотрим тыльную панель. Как мы видим, это вылитый Xiaomi Redmi Note 3. Вот Redmi Note 3 Pro, то есть в верхней части у нас пластиковая вставка. По центру у нас металлическая крышка расположена. Вот, и в нижней части также у нас пластиковая вставка. Кроме этого, на тыльной панели мы видим сканер отпечатков пальцев, глазок камеры и односекционную светодиодную вспышку. На левой боковой стороне у нас расположился лоток для 2 сим-карт. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что внутри. Так, вот у нас в один из слотов можно установить сим-карту формата Nano и либо карту памяти microSD. Во второй слот можно установить сим-карту формата Micro. Ну, это уже, скажем так, традиция. Вот, в принципе, за счет того, что 32 гига на борту, я думаю, что можно реально 2 карточками пользоваться, то есть и карты памяти не устанавливать. На правой боковой стороне мы видим кнопку питания и кнопку регулировки громкости. В принципе, они особо не шатаются. Сборка реально аппарата хорошая. В верхней части у нас только лишь стандартный джек, а в нижней части у нас микрофон, микро-USB порт и сетка, под которой спрятана внешняя динамика. Толщина корпуса 87 мм, вес 200 грамм. Да, я тоже был шокирован, тем более, если учитывать, что внутри этого смартфона установлен аккумулятор с емкостью 3000 мАч. То есть в этом плане, конечно же, не все good. Вот, то есть он тяжелый, вот, ну, видимо, я думаю, что за счет вот этой металлической задней крышки, вот, то есть, но чувствуется в руках, скажем так, вещь. Я его ни в коем случае не оправдываю, то есть говорю просто как есть. Так, снимаем защитную пленку с лицевой панели, то есть вот она наклеена от производителя, и под ней еще есть один слой, то есть поэтому, грубо говоря, вот мы его также снимаем, для того, чтобы проверить, олеофобное покрытие есть или нет. В нижней части находятся 3 сенсорные кнопки без подсветки, в верхней части у нас находится разговорный динамик, камера, индикатор событий в этом смартфоне есть, уже все проверено, и к лицевой панели у нас применена технология 2.5D. Так, включаем смартфончик. Диагональ дисплея у нас 5.5 дюймов с разрешением HD. То есть здесь не Full HD. Давайте сейчас сразу вам покажу, как работает сканер отпечатков пальцев. Говорю же, юзали. То есть вполне неплохо. То есть не хуже, нежели на редмиках и так далее. То есть я вас уверяю. Так, и еще раз повторяюсь, ценник на этот смартфон сейчас $99. То есть, по сути, как бы, я думаю, что немножечко позже он будет продаваться дороже. Вот за эти бабки я считаю, что неплохой вариант. Что можем еще купить? Это мы можем купить Meizu M3S за эти деньги, немножечко добавить и купить себе Xiaomi Redmi 3S. То есть, ну, на борту этих смартфонов будет 16 гигов постоянной памяти. А здесь уже 3 гигабайта оперативки и 32 постоянные. Да, по качеству, вероятнее всего, они, OKTEL все равно должен быть хуже. То есть, ну, пока
что никаких претензий к этому смартфону вот, в режиме эксплуатации за 2 дня, не больше, говорю как есть. Вот, то есть никаких претензий не было. Матрица от компании Sharp по заявлениям Alcatel установлена, то есть разрешение HD. Поскольку у нас диагональ дисплея 5,5 дюймов, вот можно было придираться, HD и так далее. Но, ребят, в реальности смотрится вполне неплохо. То есть картинка отличная, то есть под углами изображение не искажается. То есть у нас применена вот JS-технология. То есть воздушного слоя между тачем и дисплеем нет. Поэтому это не у те бюджетники зашкварные, то есть о которых вы сейчас подумаете. Здесь все вполне неплохо в этом плане. Так. Заходим и смотрим информацию об устройстве. Версия Android 6.0, на борту, я уже сказал, 32 гига постоянно, 3 гига оперативки, 5,5 дюймов, HD разрешение. То есть, ну, все, собственно говоря, что я вам только что перечислил. Так, по поводу обновлений. Ребят, уже одно обновление ко мне прилетало, то есть я уже его успешно установил. То есть функция OTA у нас поддерживается, то есть, в принципе, это неплохо. Не знаю, насколько часто будут вот эти вот обновления прилетать от производителя, то есть, ну, пока что вот этот момент, как бы, он, по сути, радует. Так, идем дальше. Что здесь еще есть? По сути, это голый Android с видоизмененным дизайном некоторых ярлыков, то есть ничего особенного здесь не видите. Работает, в принципе, все более-менее стабильно, более-менее шустро. То есть, несмотря на то, что 53-й процессор за работу этого смарта отвечает, да, он, в принципе, не для игр рассчитан, но, ребят, то есть он работает в сетях 4G по всей России, то есть поддержит B1, B3, B7, B8, B20, то есть, как бы, можно его полноценно использовать. То есть, для неигроманов должно вполне подойти, то есть, как бы, все вспоминаем ситуацию смесью, то есть ситуация там приблизительно такая же. Так, в общем-то, есть бесконтактное перелистывание рабочих столов, смарт-функции, вот эти вот все 2-рублевые. Так, сканер отпечатков пальцев я вам показал. Далее, пробуждение с помощью двойного тапа, вызов ранее заданной функции с помощью ранее заданного узора. Все это, в общем, здесь есть. Так, что еще есть у нас здесь? Так, двойным тапом по кнопке Home вводить смартфон в спящий режим. То есть со всеми этими плюшками мы уже знакомы в смартфонах от производителя третьего эшелона. Как бы это распространенные функции. Так, функция Wi-Fi монитора есть, все это здесь работает. Hotkno для передачи данных, Bluetooth, также все это работает. Так, Play Market установлен, полностью русифицировано. То есть, как бы, я думаю, что это уже ни для кого не будет новостью. Так, и энергосберегающий режим есть. Так, дальше. Смотрим, что у нас здесь, что я могу показать. То есть, сейчас мы проверим громкость из внешнего динамика. Вернее, не проверим, я это уже знаю, какая она, продемонстрирую. Максимальную громкость устанавливаем. Ребят, сразу могу сказать, что внешний динамик в этом смартфоне лажов. Плюс-минус уровень Meizu M3 Note, возможно, даже немножечко и похуже. То есть, как бы, с внешним динамиком есть реальные траблы. То есть, ну вот с разговорным динамиком и с микрофоном все четко. То есть, как по телефону разговаривать вполне себе можно. То есть, если момент с внешним динамиком вас особо не смущает, то есть, он как бы играет все, но этот звук не чистый, не громкий. То есть, какие-то треки вы точно не послушаете. Хотя не знаю, кто вообще этим занимается в это время. Наверное, школьники, да, наверное, так. Так, идем дальше. Далее я вам скажу пару слов о камере. Напомню, что в качестве фронтальной у нас используется модуль на 2 мегапикселя, то есть это реальные, скажем так, показатели. Вот интерфейс камеры здесь, как вот, в общем-то, в обыкновенном голом андроиде. Также снимок с помощью жеста есть, HDR, то есть интерфейс вполне стандартный. Вот максимальное разрешение записи видео у нас Full HD, электронная стабилизация есть. То есть не буду останавливаться в интерфейсе, вообще ничего нового интересного здесь нет. Смотрим лучше на примеры фото и видео. Ребят, мы не удержались и сравнили камеру вот этого Alcatel U15 Pro и Meizu M5 Note, который к нам прибыл вот-вот, и, в общем-то, мы делаем на него уже сейчас полный обзор, потому что видим, что, в принципе, среди наших подписчиков этот смартфон востребован. И первое, на что я обратил внимание, это на яркость дисплея. Вот, в общем-то, у меня в левой руке Alcatel, в правой руке у меня Meizu M5 Note, максимальная яркость установлена на одном и на втором смартфоне, автояркость выключена, то есть не подумайте, что мы как бы здесь нубаси и так далее. Ну и как бы вот делайте вывод сами, то есть я вам так могу сказать, что картинка более яркая,
яркий, более яркий дисплей, во всяком случае, на Alcatel. То есть ни в коем случае не хочу зашкварить Meizu, потому что экран здесь также огонь. Вот, ну просто чтобы вы понимали, что на Alcatel, в общем-то, экранчик не шлаковый. Так, теперь по поводу камер. В общем, ситуация с фронтальной камерой у Alcatel очень печальная, то есть фронталка здесь просто жесть, как бы. То есть в целом какие-то вот любительские фотографии можно подделать, то есть, ну, ребят, на Meizu намного интереснее. Другое дело, ребят, это основная камера, то есть вот сейчас мы начнем с макросъемки, и вы как бы сейчас сами все оцените. Не знаю, то есть, возможно, вы со мной не согласитесь, то есть, исходники все будут в описании под видео. Резкость получше на снимке, сделанных с помощью основной камеры Alcatel, вот, и динамический диапазон пошире, то есть, поэтому, как бы, я не знаю, то есть, смотрите сами, опять-таки, исходники будут в описании, но мне больше понравилось, как фоточка макро вышла непосредственно на Alcatel. Так, теперь следующая фотография. Так, делаем приближение и смотрим. Ребят, ну что я могу сказать? То есть по резкости немножечко в этом плане получше у нас, конечно же, смартфон от Meizu. Вот незначительно, сразу говорю, незначительно. То есть и по балансу белого, то есть он меньше ошибается. То есть более натуральная картинка у нас на Meizu. Но, ребят, если говорить в целом, то я удивлен. То есть смартфон за 99 баксов от Alcatel фотографирует вполне неплохо. То есть его основной камерой, честно сказать, впечатлен. То есть за эти бабки вполне неплохо, потому что, на мой взгляд, Meizu M5 Note вообще показался в плане фото шикарно. То есть мы сравнивали с Meizu M3e, не было у нас там объектив заляпанный и так далее. Все это мы проверяли. Ребят, ну как бы уже не первый день работаем. Вот, в целом говорю, что камера на Alcatel очень даже неплохая. То есть, ну и под конец мы сейчас сделаем вывод касательно видеосъемки. Друзья, в плане резкости картинки, на мой взгляд, Alcatel не уступил Meizu, вот, но в плане баланса белого, то есть Meizu показывает более натуральную картинку, то есть, а вот на Alcatel уходит на как-то вот в желтый оттенок, в теплый оттенок. То есть в этом плане, конечно же, есть траблы, но в целом, опять-таки, я считаю, что все вполне неплохо. В общем, вот такое вот у нас первое мнение касательно этого смартфона после 2 дней использования. За эти бабки вполне неплохо, я считаю, что брать можно, даже нужно, за 99 баксов. Как-то вот так вот. То есть, пишите свое мнение касательно этого девайса в комментариях под этим видео. Где купить новинку за 99 баксов, я укажу в описании, в комментариях, опять-таки, под этим видео. Не забывайте пользоваться кэшбэк. Экономьте на своих покупках. Подробности в описании. Подписывайтесь на наш канал, если хотите видеть полные обзоры на смартфоны из Поднебесной. Интересуйтесь китайской электроникой и электроникой в принципе. Добавляйтесь в наш паблик ВКонтакте и заходите на наш сайт andranews.com. Ну а с вами был, как всегда, я, Андрей Ковтун, специально для Android News. Да пребудет с вами Android. Пока-пока.